Семечки, семечки, пуф-пуф, подсолнухи, пчелы, осы, шмели. Семечки, семечки, пуф-пуф, подсолнухи. Бля, Эдисон записывает, ты забывай. Семечки зацвели. Он реально записывал тут? Я сейчас реально уже отошел. Так я отошел, пришел, а ты тут поехал. За рекламу, короче, тут. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Сегодня вместе с Жека и Игорем мы будем путешествовать во времени в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, называем пилить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше видео мы будем записывать вот таким составом. И, конечно же, не забывайте про подписки на канал, и ссылки все будут в описании. И не забывайте писать положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Приятного вам просмотра. Итак, собственно, ребята, сегодня мы будем путешествовать во времени. И, собственно, мы проверяем, ребята, проверяем сложность, которую мы проверяем, да. И нам, подожди, нам, кстати, сразу объясни, мы будем в этом видео поменьше говорить. Меня так попросили сделать для того, чтобы ловить сюжет, да? Да. Первый раз Игорь будет адекватным видео, поэтому... Я буду адекватным, я буду стараться. Но, если вам нравится Игорь неадекватный, пишите об этом в комментариях. Голосуйте, да. Продолжайте быть неадекватным. Так, собственно, здесь еще есть, ребята, специальная озвучка в карте встроена, поэтому мы будем слушать, стараться. Смотрите, тут есть разная броня, я как элита беру золотую, вы берете... А я беру оранжевую, мне нравится оранжевый. Ай, алло! А Игорь там бери, что тебе там осталось? Так, что там по еде, я беру еду. Смотри, Игорь забрал золотую, нам кожаную оставил, вообще зараза. Это как бы я в золотой, ну ладно. Ничего проверять не нужно, звук или еще что-то. Это оранжевая такая. Да. А что у меня так в шейдерах все светится, как-то странно, ваши шейдеры? Ну ладно. Так я не так вырубил. Это шейдер, наверное. Так, собственно, поехали. Вперёд. Поехали. И так. Что мы вообще? Слышите? Если что, можно как бы базарить, когда он базарит. Нет, нельзя! Тихо! Давай я переведу. Типа, наш мир в опасности, и дьявол Лорд Дролемитс путешествовал во времени, типа, через года, и он украл какие-то сокровища. Мы должны его победить. Он должен быть остановленным. Понял, да? А это самое, а дождь по плану, да? Смотрите, это гора времени. А дождь по плану? Ну, типа, он же не слышно его. Его замок наверху, да, на самом верху, как пишут. Да, видимо, замок его на самом верху, и это у нас гора времени, ребята. Это какой-то необычный скелет. И то есть, если мы позволим ему что-то там продолжить, то весь мир будет разрушен, да, поэтому нужно его остановить. Да, понимаешь, там временной континуум будет поврежден. Игорь, а ну подойди, Игорёк. Смотрите, это сетспавн. Ой. Сетспавн? А ну да я за... Да, так, твою мать! Игорь, помоги! Чего? Я бью его, ребят, я защищаю! Кровь! Нет! Я не знаю, сетспаун сработал, не сработал, Жеку мы потеряли, в общем-то, видос. Я сработал. Все, конец записи. Стоп, тут вот, вот оно как. Ай! Твою мать! Нет. Ты меня подставил, Игорь, ты подставщик. Так, просто где... гора времени, гора. Типа, да, просто гора. Просто гора. Охрененный у меня телепорт сейчас. Все-таки это большая гора, на самом деле. Я поднялся куда-то, тут у нас уже есть какой-то замочек такой. О, это его замок, да, вот этого властелина. Смотрите, вот еще одна кнопочка нажимаем. Кнопочка нажимаем. Подожди, кнопочка нажимаем. Нажимай кнопочку. Смотрите, это тронный зал, это тронный зал. Подожди, дайте покрою, я король. Да ты сливаешься с табуреткой, ты как... Игорь, давай сюда, Игорь. Во, мы вот тут будем, а ты... Игорь король, потому что у него есть галочка, мы нет, побежали. Побежали. А что делать, сюда идти? Вот, а что здесь? Так, что за пол танцевальный какой-то? Какой-то вниз проход. А там еще другие комнаты были, не знаю, может. Что это такое вообще? Это типа замок, в котором типа машина времени стоит, что-то типа того. Так, и что такое? А что такое? Один, два... Power level. Такое... Ага, то есть не хватает какой-то энергии. Это понятно вообще. Ой! Он заметил ваше присутствие. Он использовал портал, чтобы убежать в другой мир. Он закрыл портал за собой, но мы найдем способ, чтобы открыть его опять, да? Ага. Почему мы должны починить портал, верно? Да. Найти какие-то 4 артефакта, чтобы включить портал и побежать за тем лордом.
Короче, мы должны починить портал во времени, верно? Да. Ну все, все. Нужно нажать на кнопочку, чтобы активировать Time Sleep Vibes. На какую кнопочку? Снова на это? Охренел знает. Ой! Слышите звуки, да? Смотрите, смотрите, ребята! О, посмотри, смотри! Это машина времени или что? Прикольно. Так мы, зачем нам чернить портал, если он починен? Или нет, портал в тот мир, вот этот лорд закрыл за собой портал, нам нужно его открыть заново. Это какой-то портал в другой мир. Опа-на! Пришельцы забирают! И куда нам, в потолок? Не знаю. Все нормально. Ой-ой-ой. Лондон, 1900 год. Нифига себе. Офигеть, мы путешественника времени. Кто это базарит вообще, Георг какой-то? Мы можем контролировать... Георгий! ...нашу судьбу. Гриша. Да. Гриша! Гриша, не болтай! Мы должны что-то исследовать, окей, и что, о чём мы должны исследовать? Что за стрёмная картина вообще здесь? Ну какая картина? Знаю. Вау. А можно в него войти? Нет, нельзя. Не, нельзя. Мне кажется, нужно просто выйти из этого дома, не? Охрен его знает. Мы будем переводить то, что пишет. Ты мне будет ничего не пишет. Опа, это что такое? Тут супер плоский мир. А, я не могу выйти из него. Это машина времени, смотрите! Где? Вот. Это ты уверен? Так, давайте поместимся тут все. Трехместная так, машинка. Поехали. Нажимайте. Бензин, заводи! Пацаны. Игорь, заводи! Тише. Ага. Непонятно. Окей, короче, мы просто нажимаем на рычаг, да? Да, нажимаю. Нажимай, нажимай, нажимай! Только не поломайте, пожалуйста. Смотрите, время-то меняется, вы смотрите. Мы сейчас поломаем Майнкрафт, тихо. Ой! Поломали! Господи, а что происходит? Алло? Что за часа? Выпустите! Что из... Лондон, что? Чё-то, ой. Где я... Я где-то... А... Где мы? Лондон 800-2002 год где-то. А мне вообще не пишет ничего. Он нашел рай? С помощью этой машины? Ни хрена себе. Кого нашел? Рай. Он рай нашел, прикиньте, с помощью этой машины. А это что? Куда нас телепортируют? Это рай? Не знаю, куда-то... Я не очень хочу умирать, если честно. А что это вообще, люди какие-то? Да не обязательно их бить, может они мирные. Элой. Я не понимаю вообще, что... Я тоже не понимаю. Людей, которых зовут Элой. Может это Элой? Короче, как я понял, вообще какой-то сюжет карты. Нам нужно найти 4 артефакта, чтобы остановить портал, да? А почему мы еще во времени-то пешимся? Это что такое? А я не знаю, вот эти артефакты, наверное, в разных... А мы что-нибудь нашли уже или нет? Нужно найти, офиг его знает, где они спрятаны. О, я нашел какой-то сундучок, таймшард, я нашел какие-то временной кристалл, что-то такое. Ой, смотрите, что считает! Опа! Что-то про... Много разговорчиков, но все же. Что вообще происходит? Понимаете, видос... Чё не тпхать на... Гриша, не тпхай! Да что происходит, я не могу выбраться отсюда. Так, смотрите, когда мы возвращались в нашу машину, я нашел. Где наша машина? Ее нет, ее угнали. Ой, какой-то... Слышите? Чё за хрень? Вот это реально страшно. Пострашнее гвоздака. Слышишь? Конец мира какой-то. Это типа бункер, походу, или что это такое? Это бункер, да. Это война сейчас будет. Они нас не пускают. Пропустите! То есть нам сейчас он тупо, знаешь, так рассказывает историю от третьего лица, да. Нам показывает. Мы, по сути, даже ничего не делаем, оно просто рассказывает, о! Что происходило. Игорь побежал. Стейте! Двери закрыты. У меня, кстати, книжка какая-то у меня изначально она была, может, он... Это, типа, там подсказки какие-то. Типа... Вест! Вот смотрите, вот... Вест. А я не могу туда бежать. А нет, все могу. Можем. Да. Какой-то домик, вот тут, похоже, что должно быть. Побежали. Вот я не знаю, что я нашел, какой-то кристалл времени, и что мне с ним мне делать. Мне кажется, это один из артефактов. Мне кажется, один? Мы остальные три найдем. Может быть, тут да. Есть пачек очень много. Опа. Что это? Push, on top and single push. 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 Какую-то специальную кнопочку. Кстати, вы нажимаете, и там загорается, вот смотрите. И что? Загорается и тухнут на вот этих штучках, видите, огонь. Огонь? Да. Это типа лабиринт, нам нужно найти какой-то путь, да? А, вот смотрите, вот отсюда можно наблюдать, это какая-то обсерватория, башня обсерваторская, смотрите. Вот. Ну, давайте, идите туда, а я буду искать, наверное... Смотри, мы должны все активировать? Или как? Нет, там было написано, вроде, нажми одну кнопочку, чтобы активировать какой-то особый путь. А, то есть эти огни...
Ага, я кажется, понял, куда нужно идти. Вон, там какой-то там какая-то дырка в полу есть. И там не горят. Дырка в полу. Не-не-не, дырки в полу там нету. Это обычные колодцы, там ничего нету, я уже, вот, тут дырка тоже ничего нету. Не, а ты еще, разве? Да, вот тут ничего, видишь где? Тут ничего нету. Тут обычный пол. Просто есть один колодец, где вот везде горят огни, а здесь не горит. А где? Вот тут? Не-не-не, вот, как бы тебе объяснить-то? Блин, короче, вообще противоположной стороне. Вот ты сейчас находишься в одном из углов, а тебе нужно по диагонали в другую сторону. Где? Подожди, по диагонали в другую сторону, а что там? Ну вот, видишь, огни не горят, и тоже колодец есть. И что, ты думаешь, он какой-то особенный? Ну блин, а почему во всем... Во-во-во-во, вот тут где я? Не. Вот смотри, а тут что-то есть. Подожди, какой-то спуск. Подожди, какие-то... давай подожди на кнопочке, Игорь, что-то меняется? Ща, я что-то нашел, я что-то нашел. Я какую-то шахту нашел. Так, что тут в этой шахте? Тут какой-то рычаг, и что тут написано? Сейчас ты вообще все огни потушил. Дайте я прочитаю. Не горел. О, смотри, что я нашел, я какой-то нашел источник энергии, я сейчас нажму на рычаг, и может что-то активируется. Да? Так, мне я... Мне тоже меч дали. Эквалайзер какой-то. Мне тоже дали. Спасибо мне, I да. I fight for little guy. Ты какой-то пасхалку, по идее, нашел, не? Да что, наверное. Ой, я тебя через блоки... Я тоже, да. Ни хрена себе! Помогите! Давай! А я, кстати, еще один вот этот кристалл времени нашел. Что это? Смотри, тут мурлоки. Это мурлоки? Точняк, смотрите, мурлоки. Пинай! Убивай! Бьем! Вы бейте их не так быстро этот, потому что это версия 1.9. Ну да. А я вот этого золотого пинаю. Ага, это типа тоже. Главный, наверное. Короля, да, какой-то король. Чё? Я в принципе не совсем понимаю, где мы оказались, что мы делаем здесь. Я тоже. Какие-то... Ага, вот мы нашли один из артефактов, Вена Туник. Да? Выпустите с пола меня! Сейчас, я... Не бей меня нафиг, сейчас... Смотри, у меня есть туника, это один из артефактов, да? Где, а ну покажи. Вот, мне дали тунику, это сказали, это один из артефактов, он из будущего, там даже на нем написано. A piece of fact from the future, да, куда его поставить нужно? Вот, так, что, нам что-нибудь написали? Нет, ничего не написали, пойдемте вниз спустимся, мне кажется, там что-нибудь можно поставить его. Прикольно, прикольно. Смотрите, четыре какие-то колбы, видите, стоят? Да. И нужно его поставить. Мне кажется, нужно кинуть, time stream. А ну, кидаем? Вы готовы к этому? Вы готовы? Давай. Можно золото нажать? Да ну давай, тихо уже. Эй, ой. Wisely. Умно, разумно. Ага. Какой... Asleep enable. Во, смотрите. Вот, да, одна вытащилась. Круто. Первый артефакт. Да, есть первый артефакт. Давайте тогда, наверное, найдем второй. Второй? Закончим. Мне кажется, мы не сумеем пройти все четыре артефакта за одну серию, поэтому мне кажется, две серии. Второй можно найти еще за эту серию. Второй можно? Да, давайте. Опа, второй. Опа. Это я вот нажал, чтобы снова активировать. А, да. И ребята... Полетели. Да, если вы наберете много лайков, то мы сделаем обязательно вторую серию. Уже карта. Мне кажется, интересная карта, очень интересная. Ну, по крайней мере... Смотрите, мы уже были в Лондоне. Что-то необычное, по крайней мере. Да. Мы уже были в Лондоне. Куда мы сейчас отправимся? Ой. В Бердянкс, походу. В Бердянкс. Полетели. Да. Вот, и где мы? Сан-Димас, Калифорния. 1800. А, тихо. Что за херня? Дюд? Так. 85-й год, в принципе, это не такое уж давнее прошлое. Вот тут, короче, должны ездить на таких смешных машинах и носить широкие штаны все, наверное. Смотри, тут написано Wild Style. Это же Калифорния. Ну, давайте попробуем пройти. Так, давайте. Вот тут только единственный дом, поэтому давайте заглянем. Я не могу выйти понятно, туда. Понятно. Стоп, смотри, вот проход есть. Ничего там нету. Да? Greetings from the map maker, dude. Прикольно. А я не знаю, может нам что надо тут найти? Походу где-то что-то тут. У меня, кажется, здесь тоже машина времени. Я нашел сундук, там был. Я клоун нашел. Я там сундук находил. Что за хрень происходит? Блин, я там сундук находил, ладно. Короче, нам нужно найти какие-то книжки, которые они потеряли. Да, я понял. Окей, ищем. Книжечки. Дон Кихонг, что это такое? 85-й год. Дон Кихот это как раз книжка. Нет? Только здесь их нет книжек. Дит! У меня уже 20 минут. Короче, я чуть не понимаю, но да ладно, у меня уже три вот этих кристалла времени. Я не знаю, что мне с ними делать. Короче, нам нужно найти какую-то библиотеку, чтобы найти книжки. Давайте я потопал на второй этаж, а вы
Или Жека, давай на второй этаж, я тут проверю. Ты меня знаешь, что сейчас смутило? Нам написали, у вас осталось 20 минут. То есть, блин, нам 20 минут. Ой, я нашел какую-то библиотеку. 20 минут для того, чтобы найти 4 артефакта или что? Чтобы книжки найти. Книжки. Мне кажется, это что-то не то. Это долго, наверное, думаешь, будет, да? Ну, я не знаю, давайте сейчас, значит, попробуем, если реально это будет дофига, то... Я нашел еще один таймшард. Я тоже нашел. У меня 3 уже. Мне кажется, какие-то очки, типа. А я, что нам нужно найти? Нам нужно книжки, да, найти? 3 книжки. Ну, да. И не 3, я не знаю сколько. Подожди, но... bring back the books and throw you them. Ну, короче, нужно эти книжки и кинуть их в фонтан. Так, это лифт, по идее, должен быть, да? А сколько книжек не сказано вообще? А вот да, не сказано, сколько книжек. А ты нашел хоть одну книжку? Я ни одну не нашел. Я тоже не нашел ни одну. Я нашел библиотеку, типа, где должны быть книжки, там написано их назвать. Я лифт нашел, но он не работает. Я нашел одну книжку, которая называется Billy the Kid, то есть Билли ребенок какой-то. Я нашел. Ну попробуй ее кинуть в фонтан. Она, знаете, она не в сундуках заспавнилась, она в рамке заспавнилась. Что значит not the one you seek? Типа не та, что вы искали или что? Да. Да. Uh-huh. А что это? Они спавнятся в рамке, то есть нужно рамку сломать, прикиньте. Так, а я нашел не в рамке, да? Они не в сундуках. Хорошо. А как подняться на второй этаж? Есть? А, вот. Да, там есть лестница. Но куда мне кидать? Куда мне кидать вот эти книжки? В фонтан просто... написали. Написали фонтан кидать, ты уверен? Ну, смотри, into the fountain. А, into the fountain. Сейчас. Bring back the boy and throw them into the... Ага, это да. Долго карта на самом деле, я думал... Ну смотрите, более... мы пройдем 2 уровня, 2 артефакта, 2 пройдем следующие серии. Я нашел, Абрам Линкольн нашел книжку. Хорош, а я чуть ничего не могу найти. Фотография Линкольна еще нашел. Билли the Kid, вот смотрите, я кинул в... Я упал нафиг вот сюда. Я нашел одну книжку, смотрите, написал то, что я ее действительно нашел. А ты кинул ее в фонтан? Да, я фонтан. Сейчас кину, тоже, да. Я фонтан тоже кидаю, кинул. Нам надо их сколько найти? А вот это не сказали, сказали сколько? Не сказали. А что я кинул, ничего не пишет. Вот сейчас напишет. Сейчас напишет через пару секунд. Что-то пока не пишет. Что, я волнуюсь? Ты кинул 100%? Ага, стоп, она мне обратно вернулась, почему? Окей, еще раз. Я нашел сундук и нашел таймшарды. Это нам нафиг не нужно. Ага, о, стоп, вот видишь, Абрам, да, все норм. Так, у нас их 2, да, получилось? У нас их 2, да, нужно еще найти. Вы второй этаж весь прочекали? Ну, блин, я знаешь, чекаю. Нет, он огромный на самом деле. Так, здесь книжек. О, нашел! Бетховен. Да. Где наш... А ну кинь фонтан. Может это все. Я сейчас фонтан. Бегу. Фонтан на первом этаже. Я как просто нашел тут. Прыгни просто. Вот. Стекла какие-то. Вот, спускайся. Ё-моё, я волнуюсь. Давай, Жека, давай. Еще 15 минут. Я еще одну книжку нашел. Ага, понятно. Да. Еще одну нашел. Давайте. Почему я ничего найти не могу? Это как-то сложно. Потому они что ты не. Скрытые, ты не следопыт. Не в открытом месте, там сидят. Знаешь, Жека, у тебя написала, все нормально? За столом, за стульчиком, он сейчас. Бетховен, все нормально. Ага, значит, не 3, значит, больше. Сейчас попытаюсь еще найти по пути, может, еще что-то найду. Фиг его. Вот же все эти книжки, они тут написаны. Да? Где? Сколько книжек найти? Да. Где? Артемисова, команд Фрогер, Тетрис, Астероид. А, нет, или не то это? Нет, того Пакмены какие-то и так далее. Старовать. А, это диски какие-то. Диски какие-то, да. Ну, смотрите, я кидаю книжку, надеемся, то, что она последняя. Пожалуйста. Я что-то даже надеюсь. Я верю, что это не последняя. Это не последняя. Ваша мать! Ищем еще. Книжка! Нашел? Реально? Зигмунд Фрейд. О-о-о, а ну кидаю. Вдруг это последняя. Это пятая книжка. Я не понимаю, я одну книжку не нашел, но давай, я жду возле фонтана. Давай. Сейчас, подожди меня, я тоже бегу. Если пятая книжка это не последняя... То это капец, ребята, я хочу вам сказать. Это слишком жесткое испытание для нас, и мы не хотим... А Игорь, он стоит после фонтана. Ничего, он ждет, пока мы придем. Самый умный. Стоит, зевает. Пожалуйста, последняя, пожалуйста. Нифига, не последняя. Вы издеваетесь просто, сколько тут книг? 10, может. Второй этаж уже весь. Я нашел книжку. Да ну, где? На самом старте? Да, Генхриск. Мы поняли. Кидай фонтан. 10 минут! Я бегу! Давай! Кидай! Нет! Давай, ты не успеешь! Пожалуйста, последняя, пожалуйста. И что? Вот. Нет, вашу мать, не последняя. Вы уверены, вот мы, может, что-то не так делаем? Может, какое-то почтовое задание, типа, ну, ребят, за тебя ничего делать, может, книжки поискать. Вот здесь должен... Да, нашел! Джон... Еще одну книгу нашел! Джон оф Арк, да. Ты кинул?
Да. Ага, все-таки 10, походу. Давайте, пацаны, мы сможем. 10 минут. У твою мать! Это 7 все-таки, а? Боже ж ты мой! Я посрался! Все-таки нет, все-таки 10 и побежали, короче, какие-то. Я чуть не обосрался! Давайте читайте, что они отдали дальше. Ой, да иди ты в жопу, дюд! Дюд, а что они написали? Ты получил все вот эти книги, но. The book for dead for the show. Руфус нашел Наполеона в каком-то водном парке. Кстати, подожди, здесь есть каток, и, по-моему, там что-то есть водное. Рядом с катком. Ой. О! О! Что ты нажал? Шутка была. О, water shoes. Я беру water shoes. Я тоже беру. Так, я одеваю water shoes, и что? Водные ботинки, и нам прыгаем, давайте. Да, я прыгаю. Побежали. А что это нам дает эти ботинки? Ну, чтобы быстрее бегать, не знаю. Ты бегаешь по воде. Водная ходьба 3. Водная ходьба 3, такое изочарование, хрена себе. Нифига себе, я тоже не знал. Может, какое-то специально в карте сделано? А может, просто новая версия майна, фиг его знает. Я вообще куда-то в другую сторону поплыл, походу. Не-не-не, Эдисон, все нормально. Не, все норм. Так, что за сундук? Горочка, типа, у нас сейчас была. Что за сундук, что там написано? Наполеон и золотое яблоко. Шарт нашел. Вот, вот такая телефонная будка появилась прямо перед фонтаном. Это как, знаете, как в этом? В Лондоне. Доктор кто, знаете? Да что вы нажали? Там же не нажимайте так быстро, там же сундук был. Я мог взять вот этот тайм-шарт. А мы прошли, все, давайте засовываем этот и заканчиваем на этом. Что нам нужно? Вы взяли книжку Наполеона? У меня, да, Tips for Play. А, нет, не то. А мне дали какой-то листок бумаги, вот этот, исторический репорт какой-то. Вам больше ничего не дали? Вы не взяли книжку Наполеона из сундука? Я не взял, кто-то может... Вот, да, это нужно. Мне какую-то бумажку дали. Во, видите? О, да! Еще два последних. Долгая карта. Поставить лайк. Все заработало, да. Мы час проходили только половину, понимаете? Это просто жесть. Если реально много лайков, то мы продолжим. Подождите. Мы постараемся найти последние два артефакта, надеюсь, их будет. Слушай, последние два артефакта, потом мы идем в этот портал за этим лордом времени, и потом с ним сразимся, походу. Наверное, что-то такое. Во-во, поэтому, ребята, не забываем ставить лайки, если мы наберем много лайков, то мы поймем то, что вы хотите продолжение вот этой замечательной карты, и мы ее запишем как можно быстрее. Да. Ой, я даже не знаю, что сейчас сказать. Да, ребят, подписывайтесь на наш канал, все ссылочки есть в описании, и пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Всем пока.